Друзья, всем привет! Сегодня у нас 16 ноября, и сегодня я уральскую погоду по-настоящему узнаю, потому что сегодня у нас минус 20. Вот так вот. Лицо уже конкретно так замерзло. Приехали мы сегодня с моим отцом на речку, ехали достаточно долго. Вот, приехали, здесь упала вода, упала конкретно, так что не знаю, по летним местам я здесь, ну, как бы ловил окуней, достаточно крупных. Вот, что будет сейчас, сказать трудно, но будем ходить, будем бурить, будем искать и будем ловить. Лед как поломало. Где-то, наверное, на целый метр вода упала. Потихонечку просыпается рассвет. Все такое красивое кругом. Белое и золотое от солнца. Красота, лепота. Лед периодически потрескивает, садится. Видимо, уровень воды падает. Ну, шикарно, конечно, здесь. Пробежался, в общем, я по лункам. Пробурил штук 20, наверное. Вот. Под некоторыми из них было скопление окуней мелких, под некоторыми плавали ерши. Вот, видел даже несколько сорожек. Ну и, в общем, отчаялся уже, думал, что, ну, как бы все, наверное, уже не будет в этом месте крупных окуней. Вот, но на одной из луночек, пока крутил, вертел камерой, в общем, приплыла целая стая достаточно крупных окуней. Самый крупный, наверное, был где-то в районе грамм 400. Вот, у меня аж прям руки затряслись от этой картины. Ну и, естественно, я очень сильно воодушевился и понял о том, что рыбка здесь есть, но она просто ходит. Вот, не стоит на месте, даже несмотря на то, что здесь есть достаточно хороший такой завал из бревен. Вот, и за ним никто, собственно, не гасится, точнее, подплывает периодически. То есть надо сидеть, трясти и ждать, пока рыба приплывет. Вот, так что буду пока крутиться здесь вот на этом пятаке и ждать прихода своей рыбы. Надеюсь, что эта тактика сработает, и я тут что-нибудь поймаю. Ну а если нет, ну тогда пойдем в другое место. Река здесь большая, мест я здесь очень много разных приметил в свое время, потому что ходил здесь с эхолотом, искал хорошие перспективные места. Так что надеюсь, что мои летние заготовки не пройдут даром, и все-таки я что-нибудь поймаю. Видимо, зацепляется на какую-то коряшку здесь, что ли. Ого.
окунек. Хороший попал. Это уже тот, за кем пришли сюда. Красавчик. Ну какой. Быстро как замерзает. Сегодня минус 20, блин. Только достал окунь из лунки, все равно сразу же окочурился. Хороший, грамм 100. Ох, уе. Ой, убежал. Какой хороший был окунь, а. Вот же ж. Есть. Вытряс. Все-таки вытряс, но такой не нужен. Покрупнее чуть-чуть надо. Мороз сильный, видите, как тот намерзает. Ой, вот это да. Окунина. Крутой попал. Так вот у меня еще убежал один. Мощный какой. Ну. Ой. Надо попробовать. Мухомором уж. Может быть у него. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фига, блин, на мормыша тебя клюнуло. Это да. Какой четкий окунек, блин. Во. Огонь. Фига, хайло какое. Ну, грамм 250 есть. Ага. Красавчик какой. На мухомор мыша клюнул. Поклевка видели, как было? Старжок под 90 градусов загнул. Вот удочка. Лесочка 0,117. Красота! Таких сегодня быстренько цепляю и... Шабалка как замерзает. Хрыщи. Вон что. Огонь. Приятно? Ну да. Таких бы с десяточек. Да, не говори. Дубак. В общем, ходили мы, ходили. Вода падает, лед ломается. На тех ямках, где было затишье, сейчас идет тяга. Вот, поэтому, наверное, пойдем сейчас назад и будем
пробовать разбуривать те коряшки, которые были в самом начале рыбалки. Может быть, там еще в одно место сходим, пока не знаю. Вот, но вверх по реке-то, наверное, сейчас уже не пойдем. В общем, ребят, мы уехали, похоже, с рыбы сегодня. Ну, надо было проверить места, которые с лета я нашел с эхолотом. Ну, в итоге здесь вот есть коряга, она, оказывается, была известна не только мне одному, она немного разбурена. Наверное, оттуда были сняты какие-то хорошие окуни, может быть. А может быть и нет, кто его знает. Походу, уплыли куда-то. Ну да, скорее всего, окушки крупные куда-то смылись в неизвестном направлении. Вот, ну... Я сегодня немного поймал, отец тоже сегодня немного поймал. По крайней мере, новое место разведали по зиме, посмотрели. Ну и, наверное, этой зимой мы сюда больше не поедем. Походу, да. Вот, так что, ребят... Летом тут будет, скорее всего, хорошо. В общем, ребят, всем не хватает чеши, берегите себя, на тонкий лед не выходите. И увидимся с вами. Соблюдайте правила поведения на льду. Да. Всем пока. Берегите собственную жизнь. Да. Лед уже такой крепкий, что некоторые люди вон на болотоходах ездят. Но ему-то пофиг, он даже если провалится, все равно не утонет. Камера замерзла, дрожит аж.